Конгресс – это финальное мероприятие программы «Ты предприниматель» в нашем регионе. Каждый год оно подводит итоги ушедших событий. Мы рассказываем о том, что ждать на следующий год. И в рамках целого дня программы освещаем какие-то актуальные темы в бизнесе. Например, пару лет назад это был маркетинг, в прошлом году это была вся история с блокчейном. В этом году это государственно-частное партнерство, бизнес-Азия и новые рынки. Весь конгресс – это в первую очередь форум нетворкинга, потому что только здесь можно, ну не только, конечно, но одна из явных таких площадок, где можно встретить любого предпринимателя этого города, это здесь даже Карелин сегодня. Конгресс – это замечательное мероприятие для молодых предпринимателей, когда опытные, уже успешные бизнесмены делятся своими знаниями, рассказывают, как правильно поступать, как не совершить ошибок. И для тех, кто только начинает свой путь в бизнес-деятельности, им, конечно, обязательно посещению подобные мероприятия. Конгресс я посещаю каждый раз, мероприятия стараюсь посещать тоже часто, потому что на таких мероприятиях есть возможность, чтобы появились контакты, знакомства, опять же, какая-то новая информация, которая будет полезна для дальнейшего роста.